Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход, но для начала я иду на почту за посылкой. Посылка довольно-таки интересная, и она тоже связана с нашим хобби. Так что перед выездом на почте заберу присланное с Алиэкспресс и потом с Кингом на коп. Так что смотрим, будет интересная посылка. Ну что, ребята, вот она наша посылочка. Пришла достаточно быстро, очень быстро, из Китая. Но давайте сейчас ее вскроем. Да, коробочка соответствует. Вуаля! Вот она, наша красотка. Установочный диск. Мини-диск, ёшкин кот. Вот это да. Об этом я что-то не постарался. Не подумал. Так, калибровочная линейка. Угу. Ох-ох-о, штатив. Пластик. Сама камера. Угу. Ну, простенько, простенько. Сейчас я постараюсь это все включить и вам показать работу данного девайса. Еще раз скажу, что эта вещица нам поможет в чистке наших монет. Так что смотрим. Ну что, ребята, начнем. Установочный диск установил мне программку. Все это я запускаю дело. Буду записывать через Bandicam. Дальше, что у нас тут по настройкам? Здесь у нас размеры окошка. В принципе, нам ничего здесь не нужно. Мы просто-напросто это все дело растягиваем. Растягиваем, чтобы вам было лучше видно. Дальше по настройкам, это у нас Red Cube Video, это запись, но я записываю через Bandicam. Дальше что? В принципе, настроек никаких больше нету. Элементарно. Теперь мы включаем освещение. Так, вот такое вот освещение. Здесь у нас калибровочная линеечка. И сейчас при помощи калибровки мы посмотрим... настроить, так, в какую, так, здесь расфокусировка, видно, видите, да, саму линзу. Вот дальше, что мы от себя колесико вращаем, и идет настройка. Так, ну что-то вроде этого, да. Дальше идет расфокусировка, да, это пока самый лучший результат. Так, так, так. Вот, по-моему, самое лучшее, что я мог сделать. Здесь у нас имеется две кнопочки по бокам. Шнап, я не знаю, кнопка с английского перевода «щелкай». Ну, когда я щелкаю, никаких изменений не происходит. С другой стороны, также имеется, вот видите, здесь кнопочка. Кнопочка... сейчас вам покажу. Вот кнопка. Зум. Но что-то при нажатии этой кнопки ничего тоже не происходит. Смотрите. Наглядно. Сейчас. Где у нас тут чего-нибудь. Вот шкала. На нее нажимаю. Так. Секунду. И ничего не происходит. Если вы изменения видите... напишите, пожалуйста. Я ничего не вижу. Так, ну что, ладно. Первое дело сделали. Теперь хочу я посмотреть следующее. Как он будет смотреть. Так, вот здесь, наверное, лучше настраивать, да? Вот, давайте теперь я хочу посмотреть на свои монетки. Так, это лист бумаги.
И недавно мы чистили свои монетки при помощи шабера. Так, а здесь что-то мне не нравится. Заново надо, да? Заново настраивать под каждую... Под каждую вещь, да? Интересно. Так, а если отвести в сторону? А то она прям под нос смотрит. Ну, я хочу вам сказать, не знаю, насколько он будет помощник мне в чистке. Не знаю, ребят, не знаю. Честно сказать. Так, а если это все дело делать на освещение? На освещение именно... Не искусственного света, как сейчас я делаю. Так... Нет, почему-то мне не нравится результат, ребята. Я думал, будет чистенько. Видно все. А тут он как-то размазано все это видит. Не знаю, как это все сделать получше. Но мне, конечно, что-то не устраивает. Так, давайте попробуем другую монетку, тоже чищенную мной. И вот получается как-то вот так вот, да? Короче, наш девайс мне не нравится. Ну что, ребята, пробую, продолжаю настраивать, но почему-то настройка четко не видно. Это максимум, что можно сделать с данным микроскопом. Мне нужна четкая четкость, а здесь ее нету. Ничего интересного. Я даже не знаю, как при помощи этого микроскопа придется работать. Давайте возьмем грязную монету, которую предстоит мне почистить. Вот на монетка. Что мы видим? Никакой четкости нет. Вообще ничего интересного нету. Так, ну ладно, давайте попробуем. Смотрим на экран и попробуем счищать все это дело. Ну, я, честно говоря, хочу сказать, что ни хрена это не помощь, ребят, это бред какой-то, мне это не нравится. Я, конечно, попробую еще работать с настройками, но мои глаза работают лучше. Вот сейчас вот смотрю на монету и счищаю то, что хочу. И получается больше уверенности в работе. А вот сейчас смотрю на экран. И как-то... Нет, ребята, нет. Этот девайс нам не подходит. Фигня какая-то. Не знаю почему, но мне нужно четкое изображение. А здесь его нет.
получается лучше настроить. Бред какой-то. А вот, ребята, съемка на мою камеру. Результат куда лучше. Да, это получается полная ерунда. Ну что, ребята, будем заканчивать вот такой вот небольшой обзор. Сделали мы небольшой тест микроскопа, который я заказал на AliExpress. Что я хочу сказать? Микроскоп своих ожиданий не оправдал. Качество отвратительное. Зум отвратительный. Моя камера, на которую я сейчас снимаю, она уже старенькая. И она зарекомендовала себя лучше. То есть качество зум куда лучше, чем у данного девайса, который мы с вами сегодня протестили. Вот такая вот штучка, микроскоп с Китая. 800 с лишним рублей. И она не оправдала своих ожиданий. Так что, ребят, тест сделал для вас, чтобы вы не тратили свои нервы, свои средства. Так что на этом и все, ребята. До новых встреч на копии или на чистке. Ставим пальчик кверху за труды и старания.